Здравствуйте, друзья! В этом ролике мы сравним антистресс игрушки Simple Dimple и Pop It. Начинаем! Давайте посмотрим на популярность антистрессов. Как мы видим, за последний месяц Pop It и Simple Dimple стоят наравне, но если мы посмотрим на статистику за последнюю неделю, увидим, что Pop It обогнал своего соперника, скорее всего эта популярность появляется из-за его размера. Так что получается, Simple Dimple менее популярен, нежели Pop It. Но зато Simple Dimple любят бобры, так что, увы, по балу всем. Теперь сравним сами игрушки. Как мы видим, Pop It состоит из большинства пупырок, и имеет большой размер, что делает его очень хорошим. Но Simple Dimple можно легко носить с собой, да и тем более его пупырки издают звук, похожий на лопание пупырок с пленки. И на этот раз тоже оба кандидата получают по баллу. Ничья. А на этом наше видео оканчивается. Спасибо за просмотр, желаем вам хорошего дня и хороших пупырок в жизни. Пока.